Сидите, все у вас хорошо, распрекрасно, вот, и вдруг вы такие думаете, может, вам пойти что-нибудь перекусить. Откуда пришла эта блестящая мысль? Вы никогда не задумывались? В вашу голову пришла мысль. Кто нашептал вам ее? Желудок. Ну, в какой-то мере и желудок тоже, да, потому что там, условно говоря, у нас организм живет своей жизнью, у него снижается количество глюкозы в крови, соответствующие химорецепторы сообщают относительно того, что уровень снизился, начинает выделяться желудочно-кишечный сок, потому что вы привычно едите в определенное время, и у него стоит таймер на включение соответствующих, значит, реакций, и так далее, может продолжать. У вас в голове все это, но вы при этом заняты, например, разговором, там еще чем-то, там, и пятое, десятое, и вам не до еды. Да, вот. Но в какой-то момент там эта доминанта начинает взрастать, и приходит вам в голову.